В непростой для бизнеса период в городе появилась новая стоматологическая клиника. По словам предпринимателя, к открытию шли почти год, помешала пандемия. Тем не менее, стоматология открылась и уже приняла первых пациентов. Сейчас в клинике работают 24 специалиста. Многие из них переехали из других городов. Поздравить губкинского предпринимателя пришел глава города Андрей Гаранин. Сейчас у нашего бизнеса действительно непростое время. Пандемия коронавируса дает определенные сложности не то что для развития бизнеса, для того, чтобы вообще остаться на плаву. И мы видим, что наш бизнес, несмотря на определенные трудности, все-таки видит перспективу развития в нашем городе, видит, что определенные сферы услуг у нас есть по ним определенный дефицит, и есть понимание, что надо развивать услуги и качество предоставляемых услуг для нашего населения. Напомним, во время пандемии в округе начали действовать меры поддержки для предпринимателей – субсидии, налоговые льготы, скидки на аренду.